Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров на карте Архипелаги в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, ну, по-моему, не получается у меня, что они оба работают. То есть у меня не плюс 200%. Требуется 450. Ладно, мы посмотрим следующую. Следующий проект космический. Что там будет? Thank you.
Так, давайте смотреть. Лунная экспедиция требует 750. У меня только 105, да, 200% работает. 750 требуется, а я строю за 2 хода. То есть, считайте, у меня 300 здесь. Так, может робота, кстати, прикупить. Три хода там, может быть, что-нибудь примем. Знаете, пока проект Манхэттен построю. Не, покурить отошел. Не бей. Так, опять Манхэттен, все караваны. Недостаток довольствия, это минус 5%, между прочим, минус 5% производства, но все равно достаточно. Я уже Кри опережаю, как мне кажется. Умные материалы. Да тут умные материалы Кри открыл. То есть у него с наукой все очень неплохо. Ну, тут сложно сказать. Смотрите, все хорошо у Кри с наукой, зато он медленнее строит запчасти. Кристина, при этом, примешь дружбу. При этом он сагрил Рим, который хочет на него кинуть ядерку. У Рима и союз. Неплохо все с производством, но на него кинули ядерку, и у него хуже даже, чем у меня с наукой. Но не насильно хуже. У меня вроде как-то в среднем, но у меня нету армии вообще. То есть, если кто-то из них один решит на меня напасть в итоге, то... Все, правда, с другой стороны, если кто-то на меня нападает, то он уже, видимо, не улетит, не успеет. Он упустит возможность для другого улететь. Ну вот как-то так. Так, Пингала у меня уже приехал сюда, да? И Рейна сюда приехала. Нет, не буду тут ничего удваивать. Тут верфь. Тут верфь вообще есть? Есть. И она дает... Сколько производства? 9. Ну, в принципе, 73 тут производства. Здесь, конечно, поменьше, 55. Тут есть у меня и покруче города, но там... Хотя нет, нету. Самых крутых и построил я космопорт. Смотрите, швед забрал плюс 1500 космической гонки. Это очень здорово, потому что он точно победить наукой не может. И больше никто, я помню... А, вот 750 у Рима. То есть последнюю деталь Рим может просто этим построить. Ну и все. Отлично. Ну, последнюю деталь я имею в виду, это я как в пятерке, потому что там детали были. Я имею в виду последнюю экспедицию, запуск межпланетной экспедиции он может этим заделать.
Ну, сидит, блин. Подсказывает. А техи-то у меня не открыты. В отличие от Кри. Девятьсот. Ну да, три хода. Да сколько стоит этих боевых человекоподобных роботов купить? Две 550. Блин, сейчас бы провести как-нибудь... О, торговца можно. Так, торговца надо купить в Анхартхоме. А откуда он тут взялся, у меня интересно. А, маяк построен, понял. Так, ну и кто что получил? Одну очку дипломатической победы великий инженер. Я великого художника получил. Шведы 6 очков до победы. Ну, вряд ли, опять же. 6 голосов до дипломатической победы — это много. Культуры тоже нет. Какие-то шансы на победу дипломатии у Швеции и Рима есть, как думаете? Или все-таки 6 голосов — это многовато? Хватит. Ну, тем более, что чудеса на голоса уже вроде как построены. Я помню, что у Рима это статуя свободы как минимум. Что там ему открыть? Какую-то теху надо открыть, один голос, и в социальной политике один голос. Два голоса. И сейчас будет голосование. Но учитывая то, что голоса есть у тебя, ну, короче, у нас троих, то, считай, ты выбираешь, по большому счету, кому. В смысле я выбираю, кому, не понял? Ну... как бы у тебя есть в какой-то степени право, ну, кому-то поднасрать? Ну, подыграть, поднасрать. С какой стороны посмотреть? Не, ну я же не говорю, чтобы вы дипломатии победили. Так, ну, предлагаю тут за черепах проголосовать. А, нет, подождите, да я не буду, короче, говорить, за кого буду голосовать, потому что... Нет, я... Надо как-то, слышишь, Челиню, надо как-то рандомно голосовать, чтобы... Они не знали, чтобы они голоса не получили. Кристина, смотри, у тебя же сейчас золотой век. Вот. Я чуть-чуть за тебя проголосую в одном из договоров. А, Челини, у тебя ноль дипломатических голосов. Класс, ты, конечно, тут сейчас поможешь в голосовании. Ну, не знаю, короче, все потратил. Посмотрим, как оно пройдет. Посмотрим, что там вышло. Мультик. Да. Сейчас даже что интересно. Уже? Что уже? Кто? Кто улетел? Мультик? Никто не улетел. Кто сказал, что кто-то улетает? Там маскат долбится.
Вы думаете, можно было сейчас 6 голосов получить, чтобы победить дипломатии? Да. Так, ну я убрал 3 голоса у Швеции, зато 2 голоса получил Рим. Что-то Рим так быстро закончил, походу он там использовал этого великого человека. На как раз на сейчас. Так, давайте дружбу со Швецией продлим. Ну и надо человекоподобных роботов покупать, видимо. Мне деньги больше не на что тратить. Да блин, я ж вывел кого-то. Как он обратно вернулся? Ладно, куплю тут. Куда, 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 куда? А, он хотел еще дипломатии все-таки победить. Что случилось? Она упала? А куда-то... Куда-то ядерка прилетела. Я не слышал. Там еще звуки такие, как будто ядерка запускается. Это когда подлодка плавает, это атомная. Поэтому может показаться, что ядерка летит. На самом деле это подлодка поплыла. Ядерка была? Я слышал звук. Ты кидал так, что-то? Я нет. Я думал, это ты. Ну вот, я же говорю, подлодка проплыла просто. Так, а что это у меня такой дефицит электроэнергии внезапно? А, уголь за... Ничего себе. Так, подождите. Надо расформировать юниты, к сожалению. Так, где у нас... Расход один угля вход. Надо убирать. Так, должна вернуться энергия. Смотрите, сколько караванов ко мне бегает римских. Но у меня к нему тоже, в принципе. Ну что, синтетическую. Я тебе пока демократию оставлю. Я пока оставлю демократию. А что, он 3 урана требует? Точно. Ладно, тогда больше не буду покупать пока.
Колония на Луне, а следующим ходом будет колония на Марсе. Да, прям интересно, так мы ровненько все идем. При том, что я на самом деле прилично отстаю от них. О, в нормальный век выйду. Так, кибернетика добыта, запущен. Очередной спутник. Осталось межпланетную экспедицию запупырить. Ну тут, кстати, Рим отстает. Он, видите, не открыл еще межпланетную, а мы щелинью открыли. О, вот оно где. Ну, блин, кстати, долговато до ускорений. Долговато. Блин, 5 ходов, может, успею. В золотой век, там по великим людям. Но этого я и так возьму. Больше всех планету засрал Челинию, кстати. Конечно, я готов с Челинью дружбу заключить. Я точно не могу самое ни с кем время поставить тетралку. Что-что? Самое время поставить тетралку на плюс один. О, да. Там будет такой не особо качественный... Особо качественная труппа актеров выступать. Видимо, где-то в провинции, да? Ну вот, смотрите, 5 очков осталось. Сейчас еще нанимаю этого. 4 очка. Четыре.
4 очка и 4 хода. Запущу экспедицию, это еще очки, но должен выйти в золотой. Манхэттен завершили, давайте операцию Иви. Блин, Кри так затопило. А, ну это бывшие города ацтеков, в принципе. Блин, я боюсь, что линию быстрее выйдет в этот межпланетный полет. Неважно, когда я вот это построю, важно, кто будет быстрее ускорять. Вот в чем дело. Давайте еще Риму дружбу кину. Как вам мост в Стокгольме? Красивый. Панамский канал в тундре. Так, где вот это, что ли? Шведу совсем уже делать нечего. Не, по идее, до следующего голосования уже кто-то улетит. То есть дипломатии Рим точно не победит. А я, кстати, тоже его строил, но что-то не успел. Все, Рим принял дружбу, это значит, что я теперь должен рассчитывать только на науку в плане улета. То есть мне надо как можно быстрее. Я боюсь, что Кри раньше выйдет в межпланетный полет. У него больше науки. Просто только из-за этого. Мне надо у него ускорение вот тут тырить. Он без ускорения это открывает, а я с ускорениями. Потому что у него тырю их. И я защитил губернатора тут. Вообще я молодец. Так, этого опять отправляем тырить науку. Так. Ну, культура мне тут уже не особо нужна. Этого. Так, на родной территории контрразведка. При задании контрразведок уровень на 2 увеличивается. И здесь шпион на родной территории тоже на 2. Вот эти оба у меня контрразведка очень хорошо работают. Дальше. 11 послов. Амани еще 2 хода едет. Ну, не знаю, давайте, наверное, Магнуса, что ли, прокачаем, но в данном случае он мне не нужен будет. 2 хода, 3. То мы берем города с космопортом плюс 3 алюмии, вот это надо открывать. Двух шпионов прям убил. Офигеть. Так, ну. Смотрим. Кто раньше, интересно, отправит межпланетную экспедицию. Мне хотелось бы, конечно, раньше это сделать. Что за домик в Родизной площади национальной? Чего говоришь? Что за домик в Родизной площади национальный музей, что он дает? Шедевры туда можешь класть. Походу, сейчас уже Кри должен будет отправить 4-ю экспедицию. Сейчас посмотрю. Да, отправил. То есть я на один ход отстаю. И он, скорее всего, в межпланетный полет раньше выйдет.
Печалька. Так. Защищаем космопорт. Защищаем промышленную зону. А, боюсь, что Кри выиграл. У меня слишком поздно запустится мешок. Ой, могу межпланетный полет похитить. Прогнозирующие системы. Ух ты. Попал все-таки? Не. Ну как нет, он же питокаханаповин без ничего. А, блин, там просто ракеты шли по ней. Я думал, что не зайдет. Ну хоть захвати его и уничтожь, я не знаю, чего вы покидаете ядерки просто. Просто чтоб кинуть. Проблема в том, что я не был готов к тому, что она вообще... То есть ты кидаешь ядерку, но не веришь в то, что она прилетит, собственно, так. У меня просто войск не было. Я сейчас, конечно, купил этот кораблик, вот, но... Ой, а что сейчас произошло? О! Как ты вот купил так и сразу захватил? Это ты как? А, нет. У меня стоял под самолетом. Такое бывает. Да, я вышел в героический век. Благодаря 4-й экспедиции. Ну и, собственно, я запустил. Теперь вопрос... А почему у него ноль световых? Он ее захватил, город с космопортом. У него ноль световых. Вау. Но он, когда ускорение построит, у него будет идти. Но пока мы... Пока все-таки я, кстати, победяю. Так, сорвать ракетостроение. А что тут за губернатор Пингала? Нет, давайте лучше сорвем. Блин, надо тут как-то контролировать его. А, у меня нету кораблей вообще. Так, мне надо апать подлодки. У меня нету нефти. А, стоп. Все, они сейчас напасть на меня не могут. Я все забываю. Они же напасть на меня не могут. Все. Кстати, тогда это все можно удалять нафиг. Как и робота. Так, так, так. Так, следовательские гранты везде, где это возможно. Блин, плюс 3, ну там производство, ладно. Поставлю. Thank you.
Пересузерение нанмодол. Короче, везде науку надо ставить. Блин, там на улице какой-то веселуха тусила. Или даже криво играл. Ой, не криво. Алексей, вы... Блин, надо будет посмотреть потом, каким образом. Ну каким? Вы мне все дружбу и союз кинули, и все. Можно улетать спокойно. Это понятно. Я к тому, что как-то успел построить... Все караваны на производство. Вам же написал швед в чатике. Вы пропустили, да? У меня два великих человека на 100%. То есть у меня 200%. Ну, последняя строилась 3 хода. Ага, понятно. Куда там до моих 11? Ну, 11 все равно как-то долго. У меня в столице 100 производства, то есть там, а последняя деталь, по-моему, 750 требует. То есть тебе должно было как минимум 7 ходов, наверное, быть. Да, блин. Сейчас хочу глянуть, сколько тут она. Нет, вру, последняя деталь 1050, видимо, стоит на сетевой скорости. Ну, все равно один из ходов как-то долго. Ты еще, кстати, здорово учление захватил именно тот город, который надо. Уничтожил. У него ноль ходов, если ты не видишь. Да, я вижу. Блин, но училение уже в ускорении. Так, что берем? Война роботов не надо. Вот, под охраной лжи точно. Ну, давайте это возьмем. Радас губернатор. Туризм не... Ладно, давайте войну роботов. Я просто уберу. Так. Я просто его удалю. Мы еще не выиграли, но там Челлини вполне... Он уже вышел, может ускорять сейчас намного быстрее. Так что... А никак нельзя караван на торговый путь преждевременно закончить? Нет. Ну только чтобы его разграбили, а ты новый купишь. Так, слушайте, мне нужны... Береговая ветроэлектростанция. Мне нужны рабочие, чтобы вот эти энергии устроить на берегу. Давайте купим. Строитель. 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 Энергия нужна. Энергия, энергия. Строитель. Так, что у нас с юнитами? Я бы их всех продал. Просто нафиг надо. О, я забыл про этого рабочего вообще. Ну-ка попробуем еще раз. Что, еще ракету бросил? А, что-то я сейчас не рассчитал, короче. Забыл то, что у меня эта ядерка, и она, короче, упала. Ну ладно.
Вся ночь я уже угораю. Не знаю, вам слышно? У нас тут полшестого вечера какие-то мексиканские танцы на улице. Музло валит. То есть какой-то реально живой оркестр, что ли, играет. А? Караоке? А звучит как оркестр, блин. Нет, не слышно. Ну и хорошо, значит, на записи не будет слышно. О, да? Ну, потому что ты тут все-таки, а это идет оттуда. У меня микрофон включен, чтобы вот отсюда звук шел. Ну вот, если бы ты там была, тебя бы не было слышно. А вот так, как ты отсюда идешь. Ну, я запись выключил. Семь видео. Русских апостолов. Слушайте, ну вот ваше мнение. Я, например, считаю, что русский зря ушел. То есть он, по моему мнению, он мог он мог и вернуться, и здесь по-другому влиять вообще на игру. То есть, например, он бы мог тебя, например, Кри напрягать, а тогда Рим мог бы мной заняться, как-то так. Или, там, не знаю, Рим с русским бы еще воевали. Ну, то есть русский просто вот ушел. Он реально мог вернуться. Нет, он просто... Он силен был, да, у него забрали эти два города, но... То есть это вот компьютер тут играет 214-209. Но я вижу, что у него развитие не хуже моего вот на данном этапе. И живой человек мог бы тут раскочегарить вполне. То есть вот забрали два города и все такое, типа. Я не считаю, что это правильно. Я понимаю, вот француз ушел, я его города забирал и плакал, потому что это, там просто ничего. Там просто печаль. Че, рассинхрон, что ли? Нет, почему? Ну, во всяком случае, мне пока не пишет, что рассинхрон. Порты ломаем. О, 4 световых года вход, да. Не, все-таки Челиньо, да. Все-таки Челиньо. Он просто, ну... Я не смог науку догнать, и он вышел в ускорение раньше, чем я. Не, ну сейчас дождемся уже, когда Челини улетит. Тут купола нарисованы, но мне надо энергию строить, а не купола. Мы тут с энергией, в принципе, кое-где не хватает, да? У меня угля мало. А везде, где есть, я его брал. И нефти у меня мало. Это вообще, блин, прикол, конечно. Отсутствие нефти такое. Так, тут получается выбор, выиграет ли Кхмер или Кри. Да, по-хорошему. Так что, если ты будешь в Кри кидать, это в некотором смысле на мою победу. Но ему тут осталось, на самом деле, я думаю... Так, если она в прошлом ходу 4 придала, теперь 5. Я думаю, хода 3 максимум. Но, может быть... У меня просто ускорений нету. Видишь, если бы
смогли дожить до следующей сессии, тогда, может быть, кто-нибудь, или я, или тогда Кристина бы по дипке смогли бы, может быть, побить. А, только в прибре, ну тут можно только. Ну, на самом деле, вот ключевой момент в игре, это вот вольнодумство второе было, когда я смог просто ни на чем, вот это просто ты ни на чем, как бы, науку делаешь и все. Без компусов. Просто это ничем не подкреплено, ни производством, ничем. Просто построил, воткнул районы тупо. Ну, это подкреплено районами, знаешь ли, эти районы еще тоже поставить надо. И все еще не подкреплено производством. Эти районы строят. У меня было самое... там, ну, в столице, там, ну, видишь мою столицу вообще, это, ну, чё-то. Нет, тебе повезло, клетка, например, по сравнению со мной, у тебя намного больше земли. Вот у меня, видишь, мой основной остров, 4 города всего, которые стоят плотные, у которых вот эта вся моя земля. У тебя намного больше земли, и при этом еще и горы там есть. Ну и, конечно, соседи те очень так плотненько, которые между собой там перегрызлись. В итоге ты пошел, забрал всех такой. Так, а что я тут строить буду? Ладно, уже просто не возвращаться. Так, а что я тут хочу взять? Ну, вот это можно поставить. Давайте сменю правительство на синтетическую технократию. Тут города с космопортом поставлю. Тут демократическое наследие. И... Ну, блин, улетают на 130-й ход, когда не выходят ни в ядерки, ни во что там, тупо шарашит. Не, у нас было мало науки, у нас было мало науки. Во-первых, ну, у нас не науки, было... А тут как бы ее не раскачаешь, это жестко. У нас не было города-государства научного, быстро его Рим забрал. А, у нас не так много гор было, чтобы кампуса были какие-то офигительные и кучу науки бы давали. Я ППшку построил только вот ради домика последнего на работе. То есть у нас просто мало науки в этой игре, поэтому так медленно. Мне кажется, что если бы русского не остановили, он бы раньше улетел. Русский, да. Не, у него конечно, конкретно... Конечно, у него намного все лучше. Это, у него еда халявная, вера там просто... Он... И территория у него... Нет, вообще с разработчиками это тугая тема. У него видимо, очень хорошая территория. Ну, я, кстати, удивился, что ты его так в итоге легко забрал. То есть, ну, человек же по науке хорошо идет. Не знаю, почему видишь, ты приплыл. У меня там были еще хорошие флотоводцы заняты, которые армады и все такое. Ну, и что-то у меня еще... А, армада была, флот был. Оба фрегата прокачаны на, ну, по укреплению. Так что ему просто... У него сыпались его стены за два. Так, сколько там уже вход? 7 световых. Ну, в общем, либо на следующий, либо через ход. Да, через 3-2. Следующим будет 19-2 еще. Значит, через ход. Я повторю еще раз, что если бы ты забирал шведа вместо ацтека с Китаем, то ты бы, мне кажется, уже просто был бы недосягаем.
Нет, нет, у него была армия большая, а у меня только был один алюминий. Я купил просто бомбер и истребитель для НД. Ну что, вы там воюете? Ой, там ядерка полетела. Море их кидает. Причем этот город, как бы, там космопорт чинился, он без... Там в тылу был хороший город. А, это еще твоя столица. Видишь клетки, да? Ставим ускорение, но... Это уже все поздно. Походу следующим ходом должен улететь. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Порядки, но это все уже без разницы. Просто Челлини вышел где-то на 3 хода раньше туда. А ты сильно потерял после того, как я тебя один город... Ну, это хороший город был. А чё пауза? Ну, ты победил все. Хозяин морей, а достижение, блин. Молодец. Эй. Молодец. Давайте глянем на науку, интересно мне. Чего, что ты не построил домик на рабочих, я не понял. Какой домик на рабочих? Который ускоряет проект, не? Так зачем мне ускорять проекты, если я не вышел, мне технологии не хватает? Нет, вообще, там ускоряется. Например, там у меня 8 ходов строилась эта тема, там у меня там шпионами... разными. Я там тупо подходил рабочими, которые лян, прокачанная лян, то есть потом еще пирамиду ацтека я захватил. Мне рабочий уходил 7 зарядов, и он там тупо это хорошо, окей, у меня эти штуки 2 хода строились. У меня 2 великих человека по 100%. У меня эта вся фигня строилась 2 хода. Мне не в этом про... Я ее построил давно. У меня проблема была в этих ускорялках. Я в них не вышел, мне мало науки было в итоге. Ну и, кстати, по-моему, самое главное, что здесь сыграло, не твоё вот эта монументальность, а запрет строительства зданий в научной, в этих, в кампусах. Потому что да, это трындец. Я, короче, там за 2 года в лабы вышел, короче, у Челлини, главное, все научные эти здания построены, а мы с Римом сидим... Не все, но 3 лабы было в городах на 10. Так, нет, так ладно, у тебя лабы были. Так у меня еще и извержение вулкана похерило 3 кампуса моих. Я сижу просто вообще без науки, получается. Ну, это бред полный. Я даже не понимаю, вот зачем швед это проталкивал. Ну, Нартис не заметил, что я в лабы вышел. Типа... Нет, да какая разница, а в чем прикол? Зачем шведу это надо было проталкивать? То есть, вот это как раз тебе надо было. И ты даже не голосовал за это, а проголосовал человек, который... Я хотел строить, типа, дальше, ну, типа, мне было хорошо. Еще у меня ошибка была то, что я принял коммунизм, а не демократию. Надо было демократию, потому что
Демократия, она больше довольства дает. То есть, как бы, коммунизм, он отнимает, ой, прибавляет 10% науки, но там вот, нет вот, удовольствия. Вот это примерно место, тоже. Где было запрет строить в кампусах. Вот это у меня сгорели кампуса. Тяжелая вот это, игра видимо. Была, тяжелая. И вот, как бы, вся наука в итоге. Я вообще не ожидал, когда я в вольнодумстве сидел такой, оно закончилось, я думаю, блин. Ну, вовремя русского остановили. Но опять же, я считаю, что он рано ушел. Ну да, русский мне бы помешал, нормально. Слился. Основано городов. А как бы русский помешал бы тебе, если там проход был через Маскат на Заргаму и что-то там, кажется, очень какие-то хреновые проходы? Только бы сам китайца забрал еще с кем-нибудь. Кто там еще? Блин, ну, как ни крути, не ты бы один кидал ядерки, понимаешь? Артем, как всегда, в топе по уничтоженным юнитам. Ну, вот это, конечно, упорочки вот эти вот ранние. Они как бы, ну, игру так... Ты как бы приходишь, у них там мечники стоят, ты в бомберах такой. Прям как стереотип. Ну, надо просто себя как-то настроить, если ты за 10, ну, даже 10 ходов это много, там, не знаю, за 8 ходов не забираешь человека, вот не видишь, что он прям все посыпался, тут надо останавливать, договариваться выгодно там как-то. Выгодно на самом деле сидеть даже, там, 5 городов, 6-7, выгодно всему сидеть, ну, развивать города. Да, выгодно. Растить там. Но я про то говорю, что если ты уже пошел в войну, если ты, у тебя уже началась война, если ты защищаешься ну, в войне... Кри на море мне понравилось бы этим вигвамом, типа жилье халявное. А, мне тут, кстати, еще тоже повезло, что реки хоть какие-то были. Потому что я не знаю, как можно за кхмеров, в принципе, без рек. У меня, если вы не видели, у меня там города 26 населения такие выросли. Приличные. Речная богиня, да? Да, да. Речную богиню взял, эти священные места на реках стоят. Ну, я, кстати, религии даже не пытался тут побеждать. Это я понимаю. Типа ты изображал... Чтобы напасть на меня, дружбу не давать. Но тут религии, по-моему, вообще нереально было. Я не собирался на тебя нападать, пока не увидел, что у тебя то ли 3, то ли 4 урана. И у меня его вообще нет. То есть даже если бы ты там религию бы распространял, я бы, скорее всего, войну бы объявил, но не стал бы сильно агрессировать. Но... Не то, что там это, руки марать, но просто союзник особо не хотел предавать, а когда урана вообще нет, ну извините. Так у меня всю игру, у меня не было селитры вообще нигде рядом, не было нефти, потом только на воде я смог обработать. У меня тоже нефти не было, у шведа просил. И угля только 3 штуки, то есть, ну в смысле капало только 3 штуки. Да, с углем тоже была проблема. Ну ладно, спасибо за игру, в принципе, ничего так получилось, только долго. Я проснулся с утра, было темно, и сейчас сижу уже темно. Ну, спокойной ночи вам. Спокойной ночи, всем хорошо. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!